dvhub.ru. Есть, можно совершать открытия, можно путешествовать. И вот эта моя мечта, она с тех пор у меня как бы зародилась. И когда у меня уже образовалась семья, родились дети, и я сидела в декрете, и у меня произошла перенастройка ценностей. У меня, к сожалению, моей мамы не стало, но я поняла, что то, что делает меня мною, то, чем я горжусь, и то, что греет мое сердце, и еще при этом я могу что-то рассказывать, показывать людям, именно вот это дает мне силы. И я говорила, в 2014 году я узнала о том, что можно делать проекты, можно находить на них спонсирование. И я пошла писать проект. Я познакомилась с директором Яхуба. Мы придумали проект «Путешествие по Амуру» с фестивалем, и я пошла писать проект. Но я его не выиграла. В общем-то, денег я не нашла. Но с миру по нитке, где-то заняла, где-то мне добрые люди дали. И я накопила небольшой бюджет, и мы таки сходили. Дошли мы до Николаевска, было 8 поселений. Было очень здорово, ярко. И с тех пор я поняла, что это мое, это мой путь, мое призвание. И сейчас я хочу, чтобы просто показали небольшой ролик. И передам свое слово нашему следующему спикеру. dvhub.ru.